Народный мастер, заслуженный работник культуры Чувашии Евгения Жачева всю жизнь посвятила популяризации национальной вышивки. Из года в год она организовывает кружки по вышиванию и выпускает специальные пособия. На этот раз вместе с ученицей они подготовили своеобразный учебник для учащихся с 1 по 8 класс. Книгу «Чувашская вышивка в школе» презентовали в Национальной библиотеке. Чувашская национальная вышивка богата своей историей, сюжетами и красками. Всего в наших узорах насчитывалось более 500 символов и швов. Сейчас известны 32 шва и около 40 их разновидностей. Каждый шов имеет свое декоративное значение. Прежде чем вышивать, надо сначала аппликацию, надо детей учить аппликацию, потом рисование по клеткам, а уже потом вышивка они очень хорошо перейдут и очень хорошо усвоят. Вот это вот наше наследие, наша культура, чтобы она стала живой, чтобы люди не забыли, наши дети не забыли. По этой книге новички могут обучиться тонкому мастерству вышивания, увидеть, что из себя представляет тот или иной узор, узнать его значение. На презентации также собрали целую экспозицию изданий «Мир чувашской вышивки». Мы хотели, чтобы именно дети, которые живут, проживают в нашей республике, они с начальных классов уже узнавали эту технологию, использовали ее в своей на занятиях по технологии. Но, к сожалению, наверное, не все учителя еще пользуются чувашской вышивкой в школе. Это связано с тем, пока если сам человек не знает эту технику, значит, он не сможет ее преподнести к детям. Очень мы надеемся, что все-таки чувашскую вышивку будут преподавать в каждой школе. По словам авторов, в следующем году планируется выставка вышивок различных народов, организация обучения технологии вышивания в сети интернет. Анастасия Алангина, Светлана Аликимова, Расиль Мухаметов, Республика.